зрители, продолжаем посадку финиковой пальмы из косточки. Если помните, 11 января 2019 года были замочены семечки и поставлены в холодильник. Далее 7 февраля достал и замочил их. И вот сегодня уже 26 февраля, наши семечки проросли, корешочки появились. Сейчас я их все переберу и посмотрю, сколько тут получилось у нас проросших. И буду сажать в торфяные горшочки с землей. После чего выставлю на солнышко для проращивания. Как буду сажать, покажу в следующей серии. Эксперимент продолжается. Финиковые пальмы у нас скоро вырастут.